слились во мне воедино. Имя мне Легион. Yeah.
Я не смогу нести так много. Я не смогу нести еще больше. Как ты думаешь, Адри отправилась сюда? Нет. Она ушла через другой портал. Я не успокоюсь до тех пор, пока она не умрет. У этой женщины нет права на жизнь. Победа за нами. Зло не так уж легко искать. Время. Именно человек спас от разрушения два мира и навеки низверг великое зло. Ангелов и людей забрезжил новый рассвет. Ибо герой человечества, Нефалем, выступил против тьмы, противостоять которой мы были не в силах. Братья мои, я снова займу место среди вас. Но теперь, как смертный. Сегодня, когда справедливость восторжествовала, я стану мудростью. Голосом тех, кто рисковал всем ради нашего спасения.
И в лучах этого нового дня ангелы и люди будут идти плечом к плечу. Отныне и впредь. Иногда я думаю о замужестве. Правда? Да. О том, что это, наверное, не для меня. В воздухе витает запах страха и смерти. Упавшая звезда уже недалеко. Нам еще многое предстоит сделать. Thank you.
Спасибо. Мудрый выбор. Упавшая звезда нарушила... Звезда упала на... Титан! Еще мертвецы! Мы не сможем открыть ворота, пока не отбросим их! А как же это кончится? Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сражался! Открыть ворота! Лию, ты найдешь в таверне законный теленок. Закарумиты навлекли на себя... Я тут накопал кое-чего интересненького. Взгляни-ка. Я обещал защищать Марко, но он не уцелел. В новом Тристраме ничего никогда не меняется. Что ты? Здесь ты не...
Даже не думай помогать мэру чинить... Что случилось с Йондером? Вы же из одного ордена, но он все равно предал тебя. Я смотрю, ваша хваленая мораль немногого стоит. Его воля... Боишься, придется чинить оружие и броню? Ха, только не там. На самом деле, там даже не умирают по-настоящему.